В эти выходные Сочи принимал сразу два крупных турнира – чемпионат и первенство Южного федерального округа и уже 13-й по счету открытый турнир города Сочи – Кубок Черноморского побережья под хэквондо ИТФ. На соревнования съехались спортсмены из Москвы, Волгограда, сразу нескольких городов и районов Краснодарского края, а также из Крыма и Московской области. На турнир прибыли и команды из Узбекистана и Абхазии. Это самый большой турнир по округам, который у нас проводится в России. Краснодарский край 4 года назад, так сказать, действительно стал, как птица феникс, вставать из пепла. Вот. Был немножечко подзабыт о тхэквондо. Вот. И сейчас на хорошем уровне ребята в сборную команду попадают. Всего в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов. Вообще тхэквондо считается одним из самых массовых среди всех видов единоборств в нашей стране. Его культивируют в 72 регионах России. У нас в городе развитие тхэквондо идет около 1000 человек, занимающихся по городу Сочи. Мы выезжаем постоянно, скоро будет Кубок России, эта подготовка идет к основным мероприятиям. Потом чемпионат России, выигрываем, показываем хорошие результаты. Программа турниров включала в себя как личный зачет, так и командные. Спортсмены могли завоевать медали как в спаррингах, так и в туле. Это такой комплекс, состоящий из основных в тхэквондо атакующих и защитных движений, которые выполняются в определенной последовательности. В завершении соревнований лучшие спортсмены получили заветные медали. Ну а сильнейшие отправятся защищать честь Южного федерального округа на чемпионате и Кубке страны. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.